День действительно очень классный. И сегодня мы продолжаем высадку тысячи акаций, о которой так много говорили. Сегодня наша программа в действии. Высажено уже более 500 саженцев белой акации. Нам осталось завершить последние, две последние недели будут ударными. Мы высадим все, что обещали, тысячи акаций в Одессе. Сегодня это высадка возле детского, единственного, построенного за годы независимости в Украине, в Одессе, центра детского творчества. Прекрасная, шикарная территория. Посмотрите, как красиво ухожено здесь. Конечно, высадка акаций здесь, вместе с парламентом старшеклассников, с нашими прекрасными детьми, творческими, умными, красивыми детьми, это очень символично для Одессы. Я хочу, чтобы наше будущее, наши дети, старшеклассники в данном случае, которые сегодня присоединились к этой акции, жили также в зеленом, красивом городе.